Ну, вообще, надо тебе сказать, Гриша, что вторая песня, я должен про нее... Я поставил новую струну, вам скажу честно, четвертую. Поэтому я точно знаю, что надо чуть-чуть подтянуть. Замечательно, она сейчас опустится. И все так. В общем, Гриша, дело в том, что я как-то... У меня было три песни. Как раз была одна «Волшебный дом», родильный, который дом. Ты там сидишь, Гриша, или там? Я почти правильно, Гриша, я почти правильно к тебе обращался. А то я так не вижу. Вот. И я, значит, в осеннем парке, и как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Три песни у меня было. И тут позвонила одна женщина из Санкт-Петербурга и говорит: а вы не хотите с Булатом Акуджавой поехать в турне по столицам союзных республик? Я говорю: я? Она говорит: да, вы. Я говорю: да, хотел бы. Вот. Потом она позвонила Городницкому, Клячкину, Кукину, Сергееву, Веронике Долиной. В общем, всем бардам она позвонила. Никто не отказался поехать с Акуджавой с концертами по столицам союзных республик. Вот. Потом она позвонила Акуджаве. Да, и вы знаете, и он согласился. Вот в чем был фокус. Она сказала: может быть, вы возглавите, тут барды собрались. Вот. И он, представляете, возглавил, и мы поехали. И это чудо было просто. Мы ехали по столицам союзных республик, сидели вечерами у камина. Ну, какой год? Какой? 86-й. Вот, и Булат Шевалыч вынужден был на каждом концерте слушать мои три песни. Потому что у меня, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как бы в финале, а заканчивать все равно должен патриарх. Я уже, а он уже стоит, к нему деваться некуда, он слушает мои три песни. И после пятого концерта он не выдержал, подошел ко мне, говорит: Олег, вот у вас есть песня «Родильный дом», там такая рифма: Антон и дом. Вот как хотите, но это не рифма. Вот, ну, Петром и дом, еще туда-сюда. Вот, и я пошел, молодой автор, вечером поработал, все переписал. И на следующий концерт я уже Петром Балашевич стоит и говорит администратору: эту песню мы вдвоем написали. Вот, Гриша. Особо важные для людей, где побывали мы все, наверное, где получают отцы детей. Там на всю жизнь называют Герой или Сережей или Петром. И потому в жизни самый первый и самый главный родильный дом. Небоскребы есть стеклянные, есть дворцы, в которых пусто, и отели, где уют. Бани есть, и министерство, институт, где лечат сердце, помещение для капусты, но детей там не дают. Но есть такие дома волшебные,
особо важные для людей, где побывали мы все, наверное, где получают отцы детей. Там на всю жизнь называют Верой или Мариной или Петром. И потому в жизни самый первый и самый главный родильный дом.